İndi mən elə bil ki, hazır lavaşlardan, hazır lavaşlardan blinçik eləyəcəm. Çox da dadlıdır. Bunun üçün bax elə bil ki, göyərtilərdən. Nə göyərtisi istəyirsiniz? Mən burada gördüm kəvər var, nə bir kişniş var. Kişniş, belə kişniş, şür, daşı petruşka. Hamısı göyərti deyil. Evdə nə var? Popşaka. Vitamindir, zərəli yoxdur bunun. У нас красивенько. И у нас будет вот такой сыр. Я сам не знаю, что сейчас получится, но Алмаз ханым говорит, будет шикарно и вкусно. Туз. Бах, пендер катырсан, чок татты олур. Просто обычный фарш приготовили, который понадобился нам. Что нам для него понадобилось? Для него понадобилось обычное мясо, баранина. Потом что? Не обязательно баранина. Ну, можно говядину тоже. Можно говядину тоже, да. В общем, баранина, соль, перец, лук и все. Обжарили, как бы мясо для бреджи. Зелень, соль, перец, лук. Сыра. Лука не было там, правильно? Нет, лук нету. Кинза, укроп, кевер. Кинза, укроп, кевер, петрушка, так, кишечник. Все, что попало. Ага, все, что было дома. Все, что было дома, можно это использовать. И добавляем чуть-чуть немножко сыра, получается вкусно. Пишем, солим. И все, получаем удовольствие. И теперь будем заворачивать газер лавашлар. Газер лавашлар. Да. Вот такой готовый лаваш. Да, готовый лаваш, на жареный вот положим. Поверхность, как бы часть, верхнюю часть. Ага. Ягда или как? Йо, потом будем жарить, да? В масле? Да, в масле будем жарить, на подсолнечное масло, кукурузное масло, как вы хотите. Тарелку принеси, пожалуйста. Угу. Казармыш узюми, потому что это будем жарить. Угу. Тоже вкусное. Это убийца. Ага. Потом бум-бам, потом переехали. Зеленчик, зеленчик у нас барбарис. Барбарис. Угу. И все. И как пюартичные, инди да. Это у нас зеленью. Это зеленью, а это с мясом, да? Вот да. С этой начинкой. Угу. Сейчас. Все. Конечно, бираз-бираз. У нас лаваши тоже здесь 10 штучек. Готовый лаваш, да, в магазине готовый продают? Лаваш, готовый лаваш. Пачка одна где-то 70-80 копеек стоит. Не внутри 10 штучек. Я просто показываю, чтобы люди знали, да? А тут беда. Люди, чтобы не знали. Я не знаю, где-то в другой стране это продается. У нас готово, в Баку это продается. Обленились наши женщины, кто лаваш делать не хочет. Надо все купить покупки. Так тоже можно сделать. А фарш у нас просто это... мясо молотое. Да. И все, соль, перец вечер, по вкусу. Вот вечер хороший ужин. Да. Раз, два, это хороший ужин. Раз, два и готово. Да. Не, ну нужно такой алмаз хану рядом, чтобы это был к вечеру хороший ужин. Если такой алмаз рядом не будет, такого ужина не будет. Все нормально. Вот у нас получилось 10 готовых лавашей. И зелень. Все как-то получилось в меру. Зелень. Да, с каждого по пучку. Немножко сыра. И соль, перец по вкусу. И все. Точно так же жарим. Я чувствую, сегодня я нажрусь. Поэтому, да, ты такой полный? Не говори, я сам уже теряюсь. Я когда в лифт захожу, боком захожу. И хрустящие такие получились.
Salfetkaya qoyuram ki, altından yağ geçsin. Üstünə də sumaq tökək, dadlı olsun. Вот это зелень, это с мясом. Угу. Зелень получился у нас широкий, а с мясом получилось как трубочка. Чтобы не перепутать. Это я сам себе говорю, чтобы не перепутать, когда буду кушать. Ты хочешь все кушать. А что делать?